Доброго времени суток и хорошего настроения. Всем привет! Это игра SnowRunner, и я продолжаю исследовать мир в этой игре. И перебрался я на таймер. Спрашивается, зачем я перебрался на таймер? Да все очень просто. Решил посетить историческую родину этого вот самого хана. Заодно жену ему там найду, буханку. Да и вообще много чего интересного там есть. Посмотреть, что за места, какие там задания есть. В конце концов, я сейчас открываю мир, исследую его. И основная задача, конечно, найти улучшения, автомобили все, которые можно найти. Ну и заодно поручения выполнять. А где это я буду делать? Для меня сейчас не имеет значения. То ли это будет Мичиган, то ли Аляска, то ли Таймер. Я время от времени буду перескакивать, чтобы скучно не было мне. А на таймере нас ждут весьма интересные вещи в виде автомобилей, причем российских автомобилей и даже советских, АЗОВ. Да ладно, мы все знаем, что это КамАЗ, а это Нива, а никакой не Дон. А вот Хан, сами понимаете, что это УАЗ, а вот Буханка тоже УАЗ и так далее. Мы смотрим, тут даже интересные такие есть экземпляры, вездеходы. Вот даже один я могу купить, хотя тут по описанию я помню точно, что это... По сути дела, шоссейный грузовик. Но, тем не менее, его отнесли к вездеходам. Ну, это тоже можно проверить, купив его. Не понравится, можно и продать. Тем более, что мы знаем, что продается все за ту же цену, за которую купили. Так что страшного ничего не будет в этом. Ну и вообще, вот, есть куда расти нам в плане поиска всевозможных интересных находок. В крайнем случае, вернемся опять на Мичиган или на Аляску и там поищем. Ну, а буханка у нас находится вот здесь. Здесь же есть поручение. Вот можно будет вытащить буханку и посмотреть, что за поручение, и его заодно выполнить, если оно доступно для меня. А в целом по карте я уже две вышки открыл. Ну, просто интересно же было, как себя будет этот мой самый хан себя вести. Вот я и попробовал, поездил, но мне понравилось. Несмотря на вот эти болота, которых здесь полно, вот эти дороги, он едет, едет очень даже хорошо. С приобретением этого автомобиля у меня, в общем-то, куча забот ушло в никуда. Да, конечно, тут меня емкость бака всегда подводит, потому что я забываю, что горючего у меня не так много. И периодически мне приходится начинать все заново. В общем, как и полагается, здесь дорог нету. Все размыто, все вот какими-то вот плитами сделано, как-то переправа, блин, хреновая. Здесь вот, как мы видим, вот у нас такая вот распутица. Ну, вообще, даже вот на таком автомобиле ехать с трудом через некоторые вот препятствия приходится. Хотя он идет. Так, и вот мы едем, едем, едем все еще. Осталось, кстати, немного нам доехать до нужного места. Но вот приходится вот как-то туговато нам проезжать сквозь эти вот елки, буреломы. Вот такие вот тут дороги. Нет, туговато в том смысле, что нужно ориентироваться во всем этом должным образом. Заметить где-то камни, где-то какие-то кочки. Просто я здесь попадал, нарывался на камни и, в общем, бабах был. Зачем мне бабах? В принципе, я понимаю, что чинится бесплатно, но, блин. Опа! Вот оно! Вот, вот, я про это и говорил. Ой-ой-ой-ой. Все. Тьфу ты, блин. Ладно, нам пофигу. Да? Да. Вот и все. Вот что значит хороший автомобиль. Внедорожник. Сделан именно для этих дорог. Это его родина. И здесь он должен себя чувствовать очень хорошо. И это мне нравится. По-моему, я не туда приехал. Я, конечно, понимаю, но... Блин. Минуточку. А, буханка-то вот здесь находится. Ладно, поехали к буханке. Если этот грузовик нужно вытаскивать, то я его вряд ли вытащу сейчас. А задание... Так, а бензин есть, я посмотрю сейчас, что за задание. Вот, 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 как он хорошо идет, а, блин, вещь, монстр бездорожья, ха-ха, вот это я понимаю, вот этот автомобиль, супер! Все-таки я доволен покупкой. Чтобы чинить любой поврежденный автомобиль, как свой, так и чужой, сначала нажмите V и откройте меню функции, окей. Да, ну что за поручение?
Мой родственник Александр, местный мастер-ломастер, решил усовершенствовать свою машину. Во время испытаний он вылетел с трассы и угробил мотор. Вы не взгляните на это чудо техники, судя по всему, его надо починить, да? А давай примем, посмотрим. И вот что нам нужно чинить. Колеса, бак, двигатель, подсветка, коробка передач. В общем, нужна будка, кунгур. А для этого так или иначе придется покупать какой-то или перетаскивать какой-то грузовик. Но мы это запомним и возьмем на заметку. Ну, а мы отправимся сейчас вот к буханке. Вот она даже вот так вот заметна, что это буханка. Не знаю, почему я там перепутал. Мы уезжаем, но мы скоро вернемся и вытащим тебя из этого болота. Ох, и нелегкая эта работа из болота тащить бегемота. А вот вид из кабины. Но здесь вид из кабины, блин, с учетом таких вот ухаб, меня маленько подташнивать начало. Шучу. Хотя я не исключаю того факта, что кого-то будет и тошнить на таких дорогах в этой игре. Вот занесло-то нелегкое-то, а? В чачу конкретную, а? Так, поручение. Как сказал Достоевский, ничего нет без корня хлеба. Опана. Но нет ничего неприятнее, чем грузовик, груженный хлебом под завязку и застрявший посреди реки. Вытащите его и отгоните на железнодорожную станцию. Так, а мне надо вот эту штуку выковырить, да? О! И... А не надо ему... топливо. Мне надо вот так вот его. Тащи, тащи эту гадость. О, слушайте. Вот это жопонька. Наносится чего, чего, чего. У-у-у. Тащи, 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 тащи его. Давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. Так, отпускаем. Нет. Лебедку сейчас мы тебя вытащим. Не дрейфь. Хе-хе-хе, тут смотрите, как он завяз-то по самые помидоры. А, это же девушка для хана. Как там это в одной известной композиции ты пелась? Вот она, твоя жена. А, ну как-то так. Ладно, тащи его, сейчас тебя на сухое место вытащим, не дрейфь. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну чуть-чуть осталось, давай, 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 давай. Мы тебя сейчас с другой стороны вытащим. А теперь проще будет. Вот. Вперед он пошустрее будет идти. И давай, 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 тащить тебе она пригодится. Какой хан без буханки? Хотя это тоже хан. Но там совсем другой. Давай, 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 давай. И, о, нифига себе, вот это да. Наверное, все-таки надо было помощнее машину взять, чем у меня вот эта штука. Давай, 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 тащи. Он его... Он... Да! Он его вытаскивает. Круто! Круть, 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 круть. Давай еще чуть-чуть. Ща вытащим. Дерлов-то нам тут. Вот. Конечно, он там поперек у меня встал. Я маленько не так начал. Но, тем не менее, это все дело вытащу. Вот. Вот это я понимаю. Я его выкоп... Блин, и как это, блин, почти как Мюнхгаузен. Вот так и будем, по 2 метра. Ну хорошо, он, конечно, застрял, блин. Так, давай, 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 давай. Вот, 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 чуть-чуть осталось. Давай, давай, давай. Вот осталось нам... Блин, у меня у самого-то топлива здесь нету. Вот его надо еще и отогнать. Его сначала, прежде чем отогнать, надо вот из этой чачи вытащить. И, блин, все будет самое то, что нам нужно. Так... Отсоединяем. И поехали заново. Вот осталось-то вот... Блин, вот его на это место вытащить надо, чтобы он это... Блин, твердую почву под ногами, под колесами, блин, ощутил. Вроде бы как бы вот... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Надо-надо-надо. Вот тут чуть-чуть остается тебе. Прям вот немного, давай-давай. Правда, наверное, придется второй заход делать. Потому что у него нет бен... Слушайте, я его все-таки вытащил. Вот. Тоже мне, блин. Фокус.
Все, заправился я. И теперь пойду уже перегонять его на железнодорожную станцию. Ждет, молодец. Главное, не спер никто. Ни хлеб, ни буханку. Клево. Ну вот, как-то так, маршрут будет проложен у меня. Может быть, даже и горючего хватит. Поехали. Но, наверное, придется несколько заходов делать, потому что буду медленно ехать, и расход у меня будет достаточно большой у топлива. Хотя, кто его знает. Вот, тем не менее, вот такой вот паровозик получился. Из ромашкового, блин. Наверное, все-таки придется купить тот самый вездеход и пригнать его сюда. Но сейчас посмотрим, насколько хватит меня с этим УАЗом. Если там сложновато будет, то, наверное, да, куплю тот самый вездеход, заодно еще и его опробуем. Сейчас чутка побыстрее поедем. Скорость переключил и... Блин, а вот тут самая жопонька, да? Поехали, попробуем вот через этот мост проехать. Это самое интересное место на этом участке. А, не, надо вот так сделать. Просто отстегнуть и все. Блин, чуть-чуть не хватает. О! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Короче, тоже не тем, не дело. Да, нашел себе увлечение. Но, тем не менее, я его вот чуть-чуть выковырял, да? Так, топлива у меня все равно нет, надо придется все-таки вернуться. Вот я вернулся. Эй, тут, по идее-то, недалеко на самом деле, но, блин... Такая грязюка, конечно, это, блин, нечто. Надо теперь опять заново тебя выковыривать. Вот уже из этой чачи. О-хо-хо, поехали. Вот, сейчас мы тебя развернем, заразу. Мог бы тебя, конечно, вот передом-то и надо развернуть. Сразу причем. Тогда ты будешь нормально себя чувствовать. Так. Опа. А ничего страшного. Бывало, как говорится, и хуже. Так, а теперь надо мне вот аккуратненько вот сюда тебя вытащить. Давай, 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 давай. И вот на эту сторону тебя вот взять. Так уже не по этому мосту раздолбанному, а вот по грязюке по самой. Давай, 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 давай. Вот, делов-то. Сейчас чуть-чуть надо будет, еще чуть-чуть. Давай, 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 давай. Ну, нет, отходим. Повыше, точнее, понимаемся. Вот, сейчас мы лебедочкой тебя подтянем вот на эту, блин, хрень. Типа, блин, холмик, типа, блин, я его вытащил. Офигеть. Все, поехали. Теперь будет попроще немногим. Можно даже чуть-чуть подтянуть. Конечно, загзигом ездить здесь неудобно, но по другой стороне, блин, там еще хуже. Хотя там быстрее получилось бы. А, ничего страшного. О, топлива нет. Нам плевать, есть у тебя топливо или нет. Мы тебя все равно выковырим. А, вот там чего. Ничего страшного. Сейчас мы тебя вытащим. Блин, на пузе проволоку. Не возьмешь меня так просто. Давай, что ли. Блин, конечно, я через жопу это все делаю сейчас. Но, тем не менее, оно едет. Оно по нему едет. В смысле, по говну. На самом деле, блин, вместо того, чтобы делать дороги, у нас делают супер вездеходы, да? А мне вон осталось-то всего чуть-чуть, вот оно. Есть, я его сломал. Вот это место самое противное, потому что, блин, тут такая жижа. У нас все как в Париже, только дома пониже, асфальт пожиже. Куда, куда, не падай, не падай. Не-не-не-не-не-не, даже не думай это делать. В общем, придется еще и третий раз ехать, да? Так, как бы тебя правильно... Так, стоп, свет надо включить. О, а то совсем уже... Так, поехали. О, сейчас мы тебя... Вот осталось-то, блин, чуть-чуть. Тут вот самое чаще вот это. Надо его вот свой поставить на эти вот плиты. Дальше уже будет легче. Я его тут просто лебедкой подтяну. Я его подтяну. Я уже встал.
Давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось, давай. О, давай. И еще. И вот. Пустую позицию. Ну-ка. Затащим. Затащим, куда мы денемся. Есть. Я ему сломал колесо. Хотя, в принципе, похрен. Мне сказали его отогнать. Они сказали, каким именно, в каком состоянии. Можно и в разбитом. О-о-о. Опасный уровень воды. Ничего опасного. Хлеб намочим, да и все. Ну, а тут уже легче будет. Бензина, конечно, мне не хватит, но вот до железнодорожной станции осталось совсем чуть-чуть. О, я еду, аж забор разваливается. Вот это я понимаю. Кафе? О, тут кафе есть. Ой, блин. Нормально. Все. Перезаправляемся. О, это ангар. А, нет, это не ангар. Ангар вон дальше. Ну все, вот сейчас мы и доедем. Так, а мне куда поставить-то его надо? Ай. Давай попробуем сюда поставить. Кирпич. Блин. Отъедь-ка. Так, давай подъезжаем. Теперь осталось починить тайгу. Делов-то, блин, всего-то ничего. Спасибо вам, я не могу спокойно смотреть, как пропадает хлеб. Недаром меня зовут Владимиром Зерновым. Офигеть можно. И все-таки меня не покидает мысль купить вот этот самый вездеход. Я, конечно, понимаю, что такое же говно, как и там, стоит у меня в Мичигане в гараже. Но, блин, подкупает надпись «Вездеход». Как-то странно закончилось сегодняшнее приключение у меня. Поехал за одним, а в итоге приобрел другое. Да, я купил его. Хотя я в любом случае буду сейчас на данном этапе заниматься в основном только исследованиями. А исследования будут у меня проходить и в Мичигане, и на Аляске, и на Таймыре. Поэтому пока постоит этот грузовик, в случае чего продам, куплю другой, скорее всего, и куплю другой, даже не опробовав этот. Все-таки почему-то мне кажется, что вот этот будет получше, чем тот. Ну, а вы что думаете по поводу вот этого грузовика? Пишите в комментариях. Ну, а в целом было весело и интересно побывать на Таймыре, на исторической родине хана, вытащить буханку и вернуть ее хозяину. А на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.